Бля, еще мама не знала, что здесь вообще не в кафе, блядь. Кто ты семинишься, блядь? Ты дебилей, что ли, блядь? А почему вы по раздельности идете, блядь? Вы же пара. Вы же пара. Я и побаиваюсь. О! Давайте тесная машинка нам бы такую. Да мне уже набили, блядь, мне так никто не помогает. Меня пчелы покусали. Нехуй, блядь, клеиться к чужим бабам. Вон там копчики проехали. Сейчас твою Констанцию-то заберут, блядь. Да! Ой, да кому я нужна? Я уже мусорку звоню, говорит, да пошла ты нахуй, Михайлова, блядь, заебал бы, блядь. К нам Женя приезжал уже, блядь. Евгений Эдуардович приехал на Тигуане, я говорю, а что не туареки? Так. Еще. Настя, ты на камере сейчас дефилируй. Давай, походка от бедра пошла. Давай, пошла. Пошла на культуру, заходи красиво. Одной пишет, другой зачеркивает и ставит запятые. А если в жопу мел ставить, вообще восьмерки рисовать будет. Где твой план? Что? А где мой план? Где твой план? Пару листов еще возьмем. Yes. Это ДПС, по-моему. ДПС? А менты мне не кенты. Когда меня рожали, мусора дрожали. Она рыбная, она из магазина. Сука, твое счастье, что они не уехали, блядь. Сейчас я... Кто не уехали? Я на хуже ментовки, блядь, чем с ними. Пошел нахуй. Кстати, верное решение. Че, подождать? Иди сюда. Подождите, пусть мусора уедут. Надежда. Так а где мусора? Вон стоят. Скоро. Ты будешь? Давайте, да, берите. Давайте здесь подождем, вам все возьмут сейчас. Неси, лягуха, болото наше. Слышь, лягуха, сюда подойди. Настя. Я с тобой не пойду в магазин. Сейчас мы принесем. Вас, Петров, скажи. Ага, знаю, мы вас. Нет, серьезно, Настя, иди сюда. Настя. Давай здесь подождем, сейчас пивасика возьмем. Давайте лучше поприкалываемся. Я говорю, вы станете популярными, ребята, я вам обещаю. Вот ты запомни этот день. Я сегодня создаю аккаунт на Ютубе и заплачу денег, чтобы разрекламировать его. И мы станем... Конечно, блин, с таким покусанным этим, блин. Я буду снимать вас скоро каждый день, ладно? Не пей коронавирус. Буду покупать вам спирт и снимать вас каждый день, ладно? Договорились? Я не против. Дорогой, пожмем руки. Тебя устраивает. Пожмем руки. Все, я вас снимаю, получаю деньги и покупаю. Мы согласны. И покупаю вам спирт. Ты согласна? Все, мы согласны. Смотри, это первое. Давай. Заключение устного договора. Ручки все. Все, Настюха, братуха. Настя, можно поставить ручку? Как ты там умеешь говорить на французском? Что там? Бонжурно. Good evening. Good evening — это, блядь, на английском уже. А. Ты куда пошла-то? Мать. Да она больная. Мать, не... Не, на отель ебанутый, блядь. Ну что поделать? Настя, блядь. А ты Вэлла знаешь, да? Конечно. Мы тут здесь... Ну, Вэл Валера? Нет, Вэл... Еще один. Валя. Ну. На базе Стефа живет. Но. Он такой, мы недавно, короче, блин... Пойдем в магазин, что она там будет делать? Я твой дед. Ты что исполняешь-то, блядь, там, а? Да, мне скучно. Пока дождешься. Бля, мне GoPro надо. Я даже сам здесь не ходить. Вот, дай мне Винстон пока. Сейчас дам, брату. Вот это залет. Да. А мне только одну. Ну, я себе хочу еще. Так эротично. Короче, я вас спаю, вы жесткую хуйню порите, ладно? Да мы постоянно хуже хуйню. Бля, я беру, короче, реально на днях GoPro, походу. А нафига ты снял меня, когда я спал там, блядь, у этого, у Луны, блядь? А нихуя себе, мама родная, ты ничего себе. Я тебе говорю, ты станешь популярным, Олег. Возможно, ты знаешь, приведешь себя в порядок. А меня в кадр, подождите, он не только один. У меня парочка, пиздобулыш парочка. Ань, погоди, не верь, блядь.
дети когда дали. Да, дети когда. Мы сегодня на Руне так жили, блядь. Ой, это вообще труба. Она так нажалась, блядь, как лжи, блядь. Мы там уже любой появился, блядь, которому. Тимур. Да, Тим. Да. Какой любовник, блядь? Ее потянул на молоденьких сегодня потянуло. А, молоденькие понравились? Да. Сколько ему? 16 лет? 6 лет. Он ее завлек самокатом. Так это уже статья, блядь, Настя. Да, кстати, получение. Да, кстати. На самом деле. Все. Сейчас скорее. На донышке. Чего? А, у меня уже. Ну что, на бороде, да? Я уже знаю этот прикол, блядь. Я уже отловил, блядь, от него. Иди сюда, малыш, я должна вытереть твою моську. Как уж такая мася не достанется. Где ты такого украла? На какой помойке, блядь, достала? Здравствуйте. А вы не оперуполномоченный? Блядь, это мусорё ненасытное так стоит. Ты 57-й отдел переехал, кстати. Какой, 57-й? Да, вот. Но вот. Там он куда переехал-то? Переехал на Есенина 10. Да и хуй ты с ним. Ну да. Еще лучше стало, значит, мусоров меньше. Ой. А сенажками уже открещиваемся. Вместо передней тренировочки ненасытное мусорье. Не, подожди, ты мне расскажи предысторию, как тебе мусора вообще тебя нашли насчет угона. А, мы с Настей идем, приезжает тачка, блядь, без бампера, блядь. Вот это Opel Astra. Да, Акерская. Серая. Да. Без бампера, блядь. Но. Мы идем за спидом с Настей, блядь. Не скажу, во дворе нас, блядь.